Всем привет! Меня зовут Паша. Сегодня мы сделаем стол. Остатки у нас как раз остались поддонов. Это будут ножки. И единственная купленная деталь, это будет вот эта фанера. Лист фанеры, это столешница наша будет. Вот. Такие вот дела. Так что, получается, начинаем, да? Все, начинаем. Две стороны мы выровняли. Теперь, чтобы много не снимать на рейсмусе, прогоним через циркулярку другую плоскость. Так, смотрим самую ровную плоскость. Это, наверное, никакая. Ну, ладно. Допустим, вот это. Именно на последнем бруске мы вспоминаем про безопасность. Так, размер напилили. Теперь еще раз возвращаемся к рейсмусу. Да? Итак, мы настругали 4 практически идеальных ровных брусочка. Определяем высоту, на которой будем делать стол, и обрезаем размер. Пока так. Ножки у нас почти готовы, нам нужно выпилить пазы для перемычек. Но чтобы это сделать, нам нужно понять, какой толщины будут перемычки. Для этого сейчас отправимся стругать наши перемычки из теса. Let's do it! Или как-то так. Итак, мы привели наши перемычки к единой толщине, и нам осталось привести их к единой ширине. Это мы сделаем на циркулярке. Наши перемычки готовы. Теперь мы можем их отторцевать в размер. И теперь мы знаем толщину нашего паза, который мы будем выпиливать в нашей ножке. Она будет равна толщине, соответственно, перемычки. Все, приступаем. Так, все, у нас 4 ножки готовы. Еще чуть-чуть, и мы можем собирать. Нам только нужно перемычки упилить в размер нашей столешницы. И можно собирать. Вроде да. Вроде можно собирать, да.
Столик готов. На этом пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В комментариях что-нибудь напишите. Пока! Под видео. Еще раз, давай сначала. Вот. Ты смотришь сейчас ролик, чуть ниже спускаешься, там будет большая красная кнопка. Нашла? Вот, нажимаешь на нее. А все? А, она уже серая. Все, ты подписалась. Отлично, все. Я рад. Да, конечно, обращайся. Я всегда буду объяснять, как подписываться на канал.